Вот такие две мушечки получились. Вкусненькие. Няма-няма. Нарезаем нашу отбивную часть мяска на кусочки, достаточно тоненькие, где-то 0,5 сантиметра, потому что мы их отбивать не будем. Выкладываем наши кусочки на тарелочку и посыпаем солькой и перчиком. Дальше выкладываем на сковородочку и обжариваем с обоих сторон. Вот такие две мушечки получились. Вкусненькие. Няма-няма.